Здравствуйте, друзья! Вы по-прежнему на канале Ирина Красовская. Вот посмотрите, в таком небольшом городе, Гакалдан, Якутия, даже есть парк развлечений. Чудо-парк для детей, кстати, бесплатно, пожалуйста. Можно привести детей. Здесь очень много всяких тренажеров, всяких игровых автоматов. В общем, все, что хотите, потому что в этом здании еще и кинотеатр. Когда взрослые смотрят фильм, дети спокойно могут играть. Правда, не знаю, под присмотром взрослых или нет. Но, очевидно, да, потому что все-таки кто-то должен присматривать за детьми и за состоянием, конечно, всех игровых там принадлежностей. Также здесь есть бильярд, вот этот будет вход в бильярд. Такое, я бы сказала, очень красивый. Ну, здесь это, конечно, мужское отделение такое. Не знаю, не заходила. Ну и там много всяких маленьких магазинчиков, сладости продается, кафешка, суши-бар. Когда-нибудь я зайду вовнутрь, обязательно вам покажу. Так что даже на крайнем севере магазинчики спортивные, продуктовые. Цивилизация есть. Вы на канале Ирина Красовская. Всем удачи!